На сегодняшний день электропоезд «Ласточка» является одним из самых популярных видов транспорта. Сейчас «Ласточка» связывает Сочи и Гагру, но совсем скоро появится новый удобный маршрут из Сочи до Сухума. По словам начальника службы АЖД Руслана Харазия, после второго рейса были выявлены небольшие замечания, касаемые габаритов поезда. Их планируют устранить в ближайшее время и запустить поезд в короткие сроки. Этот тестовый проезд показал буквально небольшие замечания, по которым уже наши ребята выехали, то есть занимаются и будут устранять. Вопрос стоит по переездам, то есть по ограничениям, по скорости. Это все будет проработано дальше. То есть пока еще идет работа. Сейчас есть небольшие замечания, да, по габариту, то есть, ну, это считаются небольшими замечаниями, то есть они есть, да, они будут устраняться. То есть если сравнивать с первым тестовым проездом, сейчас практически их не было. Маршрут по времени составляет около 2 часов. Это облегчит ситуацию в курортный сезон, так как летом количество пассажиров общественного транспорта возрастает в разы. Вместительность комфортного поезда около 400 мест. Мы видим